Здорово, дорогие зрители. В общем, мы возвращаемся в игру Elden Ring. Будем ее проходить, сегодня биться с боссами. Вроде бы патчев никаких не выходило, то есть, по всей видимости, как были проблемы у игры с непонятными фризами, так, по теории, они и остались, потому что они думают, что они могли это пофиксить как-то, хотя, возможно, проблемы были и сетевые, поэтому, может, и пофиксили. Так, на самом деле, я не качал героя совершенно вне стрима, то есть, потому что, напомню, что аккаунт Вовы, я не успел ничего качнуть. А что там сверху такое большое стоит? Так вот, я не успел ничего качнуть, поэтому будем качаться по ходу. Я бы хотел вниз спуститься там, посмотреть, что снизу, но тут, блин, гребаный великан стоит. И у меня, на самом деле, с этим великаном вечно проблемы в битве. Позиционка очень хреновая здесь. Ну, в том плане, что великан на горбике стоит, и в итоге из-за того, что он на горбе стоит, ты когда с ним бьешься, перекатываешься, часто в камни ударяешься. Ну, то есть, тяжело его бахнуть. Ладно, пошли пока разведывать территорию. Это не говорит, зато я качнулся на Аки Вовы, пока ты в маунте бился. Ну, я удивлен, что у меня тут сейвы пока что еще работают. Я тоже, кстати, ребят, напомню, что я вернул свою копию игры Elden Ring. Я играю в Elden Ring на аккаунте Вованыча, потому что мы хотели проходить игру в кооперативе, а в конечном итоге нам один ключ прислали, а второй ключ я покупал. Мы попытались поиграть в кооперативе. В кооперативе огромное количество в игре ограничений, нельзя прокачивать уровни. Как бы около костра, когда вы играете вместе, пока призван игрок, нельзя также призывать в любом месте помощника. Ну, короче, очень много ограничений. Там великан, если я туда пойду. Блин, на них сейчас с великаном драться, он напряжный. Ура, наконец-то закончилась политика. Кстати, ради интереса, не знаю, это, ну, скажу такую информацию, это то ли какие-то непонятные системы Твича, возможно, то, что видос получил много репортов, то, ну, кто его знает, но запись почему-то видоса политического не сохранилась. Либо это вообще какие-то происки агентов Кремля. Так, да, давайте череп разобьем перекатом, что он не бьется. Вот спрашивает Птерыч, или может выдать випку другому? Нет, Птерыч, насколько я помню, я говорил, что выдавать випки другим нельзя. Насколько я понял, я, точнее, говорил, что можно выдавать випки другим, но только если эти другие ребята уже на канале там больше года, то есть, типа, активные зрители, там больше года, и у тебя, допустим, собралась валюта, ты можешь выдать. Учитывая, что ты модератор, то я думаю, что нет, модераторы заказывать никакие возможности не могут, ну и выдавать випку аналогично. Понимаешь? Поэтому я думаю, что, наверное, нет. Если именно ты выдаешь випку. Если человек уже давно на аккаунте, а выдаешь не ты, а кто-то другой, то вполне может. Так, ладно, я пошел там вниз, придется великана бить, я тут спуска больше другого не вижу. Не хочу с ним драться, но у меня выбора нет. Он просто довольно мерзкий. Не, сейчас уже давно не прыгал, ни перекаты не делал. Целый день. Стопудово в первом бою отъеду. Как крип ходячий. Я сомневаюсь, что с первого раза его сегодня ушатаю. Хотя на самом деле я сегодня более какой-то бодренький, чем вчера. В том плане, что нету такого залипания. Давай, давай, блин. Мне бы тебя поднять повыше. Да ладно. Не, не успею его так ударить, ладно. Это самый хороший момент его по голове ударить, глаз выколоть. Ой. Да ладно, как я увернулся от него? Меч! Опа.
что у него что-то серваки не лагают? Почему так хорошо идет все? Меня крип это даже не ударил. Ай, блин. Сегодня вообще я легко его убил, если честно. Вчера, по всей видимости, я был закумарен, либо как-то игра сильнее лагала. Это очень странно. Мне сегодня вообще его убил как чертового крипа. Вчера что, ворота вообще не работали. Видимо, я вчера был немножко закумарен. Так, давайте вниз пойдем. Сколько мне хватило? Два эстуса или один эстус его убить? Кто там, кстати, рассказывал, что мой билд говно в комментариях, ну, на ютубчике. Так самое смешное, что этот билд я уверен, что он намного лучше, чем любые другие билды, потому что я этот билд уже в Dark Souls 3 примерно, который сейчас я собираюсь собрать, я по нему иду. Я скажу так, что я там те противники, боссы, которые должны были быть для меня тяжелыми, их называли типа мега тяжелые боссы, их ты там хрен пройдешь, будешь полчаса бить, я их убивал, блин, чуть ли не с первого раза, может там со второго, с третьего раза. То есть это к тому, что мой билд должен работать хорошо. Так, а тут есть какой-то босс или заход на босса? Костер. Вау, сколько там меток. Так, мне что-то эти метки не очень нравятся. Вы спрашивали, есть ссылка на Трово канал? Ребят, я сейчас дать не могу, потому что Трово канал, к сожалению, Вован оформлял. Что это такое? Что это такое вообще? Босс, что ли? Это я не пойму, что это? Это можно наступить или это урон будет? Пока убиваем ворон, они просто дают ресурсы. Это намек на босса, ну, наверное. Просто интересно, где он, есть ли тут костер? Мне бы костер, потому что я каждый раз не хочу биться с тем великаном. А вон костер. Кажись. Или это враг? Ничего не понимаю, кто это? Это враг? Его бить или нет? А ну как ты умер? Давай посмотрим. Мужик. Походу, ты его ударил. Ой, походу, тут реально он убивает их. Дело в том, что видите, сколько крови. Они, походу, его убили. А давайте почитаем подсказку. Может, это друг? Ладно, что еще можно с ним сделать? У меня было, кстати, какое-то приветствие там. Не знаю. А я точно враг, пацаны? Давайте, наверное, возьму другое оружие, не меч, а пику. Что с людьми проще. Оу, о чем встал? Ай, бляха!
Ну это крип какой-то, он не сильный. А, так это же обычный вообще боец. Я мог его убивать на самом деле. Это обычный крип. Бляха, я думал, это какой-то NPC, персонаж, либо босс. Чё так много людей здесь умерло? Я что-то смотрел, типа... Смотрю, куча луж крови, думал, что опасные. А это, оказывается, обычный... Может, они не от него умерли? Может, они умерли от той хрени, которая по кругу катается? Это босс, может? Давайте я встану на нее, посмотрим, что это. Что тут написано? Атака не поможет. Давайте атакую. Пишет, не поможет, а я проверю. Чтобы добавить новый навык с оружием, воспользуйся точильным ножом и пеплом войны. У оружия может быть только один навык. Набор навыков оружия зависит от его вида. Некоторые виды оружия имеют особый неизмененный набор навыков. Прежний навык будет удален. А эти навыки не навсегда оставляются или нет? Короче, это жук, ребят. Это какой-то жук, типа, просто под землей был. Ну ладно. Да, бляха, как я это не люблю, вот на самом деле. Так, а что это за хреновые глисты такие огромные? Я с ними еще не дрался. Они, походу, какие-то жесткие сейчас будут. Вау, бля, какой он жесткий! Как его убить? Это что такое? Понятно, ему глаз надо выбивать. Оружие хорошее против него. Значит, что он вообще умеет делать? Клешни отрастают. Ну, не, он на самом деле очень пассивный. Но я думал, он сильнее. Копьем он на ура убивается. Да, у него сейчас клюк вырос. Вау! А! Это жопа. Так, отходи, отходи, чтобы тебя не убили. Блин, а они жесткие. Ай, это твои мелкие пиявки. Кстати. Прыгать будет, что ли? Что? Хилится? Эй, мужик! А так можно было? Убили, сколько опыта дали? Ну, на самом деле, не стоит вообще его убийства. Может, конечно, что мы достали ресурсы, это неплохо. Очень долго бьется, сам по себе этот тварь очень долго бьется, по идее, смысла нет. Их фигачить, она не опасная, она бьет слабо, но
Пинается он долго. Можно, конечно, эту утку тоже вторую убить. Я не знаю, или хватит мне хилок. А чего ты умер, пацан? Тут, знаете, я смотрю, чего, почему люди умирают, как бы, от чего? Потому что в Dark Souls часто есть всякие засады. Ты идешь, а там когда хреновина на тебя выпрыгивает со спины, и ты охереваешь от этой хреновины. Что они так подлинненько заныканы зачастую. Так что там за тень была, мне показалось. Это чайка огромная летала, ладно. Ты говоришь, Джейс Алибарда хороша. Я про это и говорю, что многие ребята, они оружие недооценивают. В Dark Souls, на самом деле, я бы на каждом боссе менял оружие. Дело в том, что впереди сильный враг. Это тот мужик. Так, я не знаю, кто это, их трое. У меня два фласки. Как они прыгают, значит, они мобильные, это херово. Помните, как я бился с боссом сначала с этого, с мечом? Не мог босс, ну, типа, отъехал с мечом. Пришел с алебардой, от алебарды босс станился. Вы прикиньте, босс станется от алебарды. Ну, типа, давай, давай, иди сюда. Мне только одного. Бляха, все пошли. Сколько их? Дистанцию держать просто, это очень важно. А, не слабые. Это не про них, про сильного врага, на самом деле. Ты ничего не сделаешь, мужик. Я с тобой дистанцию буду держать. Вы будете драться по моим правилам, а не я по вашим. Лжец является в видениях. Короче, это имеется в виду, что тут какая-то подсказка обманчивая, но я чуть не вижу подсказки, которая обманывает. О! Тут туннель есть. Давайте в туннель сходим. Там, секунда, костер есть какой-то еще. Давайте костер заценим, а потом в туннель. Давайте почитаем, кто там. Надеюсь, там не босс, потому что не хочу умирать. Впереди дружба. Что тебе нужно? Мне не нужны неприятности. Торговец, это хорошо. Есть новый меч. Пилюли. Дубина, кстати. Я дубину хотел. А как узнать, какой у него урон? 103 сила. Сила С. Ладно, окей, 103, да, урон. Давайте алебарду чекнем, если она больше, не будем покупать. Я даже не знаю, что можно продать ему. Не, про героя оставим, будем использовать на усиление. Так, давайте посмотрим. Сколько моя... моя пушка бьет 125, видите? То есть, типа, дубина, может, и хороша будет, но... Давайте более сильную дубину найдем. Так, ладно, в пещеру идем. Впереди пещера. Ну, блин, спасибо за подсказку, мужик. Я-то думал, что это за темное место. Кто такие подсказки оставляет? Впереди нечто потрясающее. Бляха. А, костер, фу. Ладно, костер это реально нечто потрясающее, не буду спорить. Давайте, наверное, отдохнем. Похрен, что там сзади монстр распавнится, там все равно, по сути. Нам хватит опыта, потому что мы сейчас скушаем. У нас есть расходники, напомню. То есть не расходники, а вот эти руны. Я применю одну. Как раз хватит на уровень.
Так, а как качнуть левел? На силу? Сейчас я не уверен, куда лучше бахнуть. У меня жизненная сила довольно большая. А можно бахнуть на стойкость. Это вес. Но пока у нас с весом все равно все хорошо. Я бахну на силу, а в следующий раз уже на вес бахну. Потому что у меня пока с весом нет. Я хочу тяжелого танка сделать. Хорошо, впереди требуется рубка. Бляха, я ничего не вижу. Захват цели либо свет, но я так и делал. Не понял, кого он хватает вообще в цель. Я это ожидал. Как себя вообще активировать факелом? Или вслепую? Ладно, вслепую идем, похер. Угу. Я вообще не вижу, с кем я дерусь. Просто на лок-таргете. Почему опять тьма? Я хочу домой. Парень, конечно, хорошо оставил метку. Мам, хочу домой. Так, кладка осьминога. Тут что-то есть вообще? Что-то есть тоже какой-то ход. Давай, я тебя вижу, точка. Черт, я ничего не вижу. Скрытность не поможет. Она говорит, что не поможет, она наоборот помогает. Перекат не поможет. Блях, я ничего не понимаю, что тут происходит. Так, давайте свет врубим. Я не понимаю, что тут происходит, но у нас свет. И ничего не вижу. Так, вот давайте камень кинем. А, вот проход, видите, на бок. Так, а мы еще вернулись обратно или нет? Я не совсем понимаю. Уже сюда пришли. Мы по кругу. Спасибо, чё за подписку, но напомню, ребят, не подписывайтесь на канал, потому что мы с завтрашнего дня, точнее, с послезавтра переходим на Трово, так что просто не вижу смысла. Короче, а, это наверх подняться, это просто подняться, я тут сюда упал, а можно было, понятно. А можно было через пещеру пойти. Короче, это по кругу, круговых ход. Так, я не буду призывать здесь никого, тут по идее босс, да? О, там какая-то тварь большая. С мелкими. Лег спать, это хорошо. Давайте убьем мелочь, потом великанов. Биба и Боба, их двое. Да бряха, я ничего не вижу. Бить невозможно.
мне как с ним драться, с чуваками вообще не понимаю. Варяха? Почему они друг друга не бьют? Я что вообще не понимаю, как это хребет сейчас убить. А, они ватные сами по себе. Я труп. Тут нельзя с таргетом драться. А, блека, не бей туда! Их можно отталкивать, видите, чем прикол. Ладно, они убили меня. Зараза. Короче, проблема в малышах. Их убить не так тяжело, их надо несколько ударов делать. Надо не бегать, надо бить просто. Спасибо, Снорк, тоже за подписку. Я смотрю, многие подписываются. Я говорю, не подписывайтесь, а вы подписываетесь, наоборот. А что за трово? Это сервис стриминговый. Нам предложили там партнерку. И просто, грубо говоря, опа. На... Ну, он как Twitch сервис, но нам как партнерам там более выгодные условия, чем на Twitch для нас. Бляха! Бляха, я не могу ничего сделать, не вижу. Придется, наверное, один эстус юзнуть. Хорошо, они так прыгают жестко. А что это считается как босс? До этого не показывали, что босса, а теперь показывают. Я не буду пользоваться знаком призыва. Будем агрессивно действовать. Ай, бляха! Блин, что я не ударил его так быстро? Почему ты не опадаешь по нему? Вау, я вообще промахиваюсь. Ёбаная... Да, тут будет тяжело драться, потому что у меня промахиваются по противникам. Пока не понимаю, что происходит. Почему они своих не бьют, твоих гоблинов? Не понимаю, почему драка между собой у них нет. Я не убью этих гоблинов. Это у меня подозрение. Либо меч брать. Тут, по идее, скорость нужна. Тут дубина не выйдет. Да, бляха. Тут надо меч брать. Либо дубину было покупать. Да. Блин. Как их одолеть? Давайте меч возьмем, проверим с мечом. Так, давайте возьмем другое пока оружие, просто проверим. Может, с ними будет проще мечом драться, потому что на самом деле здесь скорость не помешает из-за того, что очень много целей. А пика, она хороша, когда цели медленные, когда дистанцию ты можешь держать и дистанцию доставать. Здесь, по факту, дистанция не сильно нужна из-за того, что цели очень мобильные. То есть, типа, они из-за того, что мобильные, бессмысленно с пики. Так,
Двуручный меч. Уже видно другого чувака. Тут куча людей умирает, я не совсем понимаю, почему. Тут вообще вроде бы же не опасно. А вот это, может, опасно. Хотя, не знаю, у нас, может, есть кроссплатформенность с консолью, и просто бедолаги ребята на консоли не успевают реагировать. Ну ладно, мы их разбили. Посмотрим, как с мечом сейчас будет. Может, получше подеремся. Потому что с копьем очень тяжело. Лучше станы, эти твари станы получают даже от мечей, поэтому смысла нету с этого. Бляха. Да, тут размашистые удары лучше, боже, они даже. Да ладно, меня забьют сейчас. Как я же вообще? Да блин, они хочется таргетом. Да, короче, меч гораздо, ребята, лучше. Я даже это все не успел пропить. Но меч в тысячу раз лучше, потому что я, когда бью размашистыми ударами, здесь дубина вообще идеально. Ну, я, честно говоря, как бы дубину и пытаюсь найти нормальную. Там дубина есть, но она очень слабая. Я ее, наверное, куплю сейчас, выйду, когда после этого с пещеры, я куплю дубину. Потому что мечом, видите, хорошо действовал. Я почти убил одного. Осталось три эстуса еще, и при этом меня просто зажали. Я там, ну, типа даже... Я, грубо говоря, сам себя убил, потому что меня зажали. Не могу понять, где еще этот гоблин. Давайте, бегите. Ай, зараза, ударил меня. Рядом есть твари. Давай, бегите ко мне в туннель, потому что я вас не вижу. А, бляха! Это было плохо. У меня не переключился прицел на вторую цель. Тоже две цели. Шипастая дубина, пацаны. Так, шикарненько. Мы достали шипастую дубину, то, что я хотел. Урон неплохой, расход манны больше. Давайте посмотрим, как она машет хотя бы. Нормально. Она, конечно, не знаю, ли короткая или нет, тяжело сказать. Поехали. Конечно, это не супер топовая дубина, которую я хотел, но я думаю, что она пойдет. Я потом заберу. Давайте крадемся. Я потом опыт должен забрать. Опа. Так, конечно, фигово, что эти гады, блин, такой толпой бегут на меня.
Это моя ошибка. Мелкие твари очень бесят теперь. Они просто мешаются, зараза. Есть. Так, где второй? Это невыносимо, написал этот парень. Ладно, я убью этого помощника. Фигово, мои ошибки вообще, блин, куча ошибок с таймингами. Да блин, я не понимаю, как прыгать с ним. Да бляха! Почему он такие тайминги выжидает, этот гад? Достаю совершенно. Зараза. Мне кажется, ли у тактика у второго какая-то другая битва, или мне кажется просто. Откуда знатный урон прошел под конец. Да, почти справился. Но, кстати, этот босс не такой простой. Он, конечно, не капец и сложный, но здесь на тактику, понимаете, они прыгают. Я не понимаю, как они работают, эти ребятки. Булава неплохая, надо будет ее точнуть, и будет лучше. То есть надо урон апать. Я пока ничего не тащил еще. Наверное, надо выбрать себе оружие. Я пока что еще не определился, какая булава лучше. Я потом проверю ту купленную. Ну, не купленную, а которую можно купить. Опа. Какой-то, блин, гоблин доставучий. Ну, драка была, блин, реально хорошая. Первого босса убили всего с одним эстусом, вроде были с двумя. Зараза. Веревочка. Ладно, вроде бы неплохо. Давайте еще раз пытаемся то же самое сейчас провернуть. Убиваем сначала первого, потом второго. Блях, его подсосы достали. Они что-то меня убьют, блин, подсосы дурацкие достают. На самом деле проблема даже не в нем, как в подсосах. Не, я сдохну здесь, понятно уже. Понимаете, в чем проблема? Я откатываюсь от него, а подсосы в это время под меня подходят просто. Смотрите, они достают, дистанции не хватает у дубины. Все, труп. Два монстра. Да хер заспамливать. Черт. Как же отсюда выбраться? Что я могу использовать? Ну, меч не сильно поможет. Пика вообще не работает. Да, говорит, мне тоже подсосы мешали, перегорел из-за них.
Да, в этом-то и дело, что, знаете, просто как действуют подсосы. Они не прыгают вас сразу атаковать. Они сядут, ждут, ты начинаешь делать перекаты. Уворачиваешься от босса, заканчиваются перекаты, ты пытаешься ударить только кого-то, а у тебя уже подсосы машут в тебя. То есть ты в итоге вместо того, чтобы драться, вечно находишься в ситуации, когда тебе нужно убегать. Неприятная ситуация, когда ты вечно как жертва, а не как убийца. Сейчас мы сразу пробегать. Давайте пробежим сразу, смысл, я их бью каждый раз. Как они пришли за мной? Да, блин, дайте атаковать! Не, пробегать вообще не вариант. Боже, где отсосы достали, блин? Он отпрыгивает, вы нападаете. Вы... Жесть. Отсосы меня убьют. А боже, достал крыса в спину бить. Хоть бы эссу сдавали за него. Как я убью сейчас с одним хп всех? Блин. Давайте почитаем, что пацаны пишут. Да будет свет. Может, реально свет их пугает? Я кину, проверю, как они работают на свет. Я кину и отбегу. Придется убивать этого втихаря. Нихера у него на света нету проблем. А, блин, третью не успел дать. Свет они не боятся, ребят. Так, совет про свет не совсем. Может, было про светлячки речь? Возможно, но это просто имелось, наверное, в виду, что просто светлячки есть. И да будет свет, что в будущем у меня будет чем освещать. Так, я не сажусь на костер, потому что я потеряю опыт. А я опыт не хочу терять. Я так понимаю, что если я пробегаю здесь сразу, тут проблема возникает. Боссы не спят. У меня нету первого атака, то есть мне придется защищать эту хрень. Если я не защищу босса. Блин, это анимация добивания, а лучше бы ее не было. Ладно, пошли напрямую. Какая музыка, тут уже драка идет. А как его лучше угреть? Ай-яй, как ты нападаешь? Как ты нападаешь, зараза? Второй братишка его пришел, да?
зараза. Зараза, сдохни! Да блин, да пей тут быстрее, сука! Все, я труп. Нет, я хрен знает, как их буду убивать, это маразм какой-то. Это реально какой-то маразм, я даже это поступить не могу. Я начинаю пить тесто, с меня уже начинают прессовать. Это наша еще одна дверь, я вообще не знаю, там еще типа два босса. Какая-то пещера говняная. Может пику еще попытаться использовать, может я как-то неправильно пика использовал. Сразу напрямую бежим, как обычно, то есть типа... Щиты, кстати, есть. Но щит я не думаю, что поможет. Бляха. Гребаный липкий таргет консольный. Ладно. Что можем придумать? Ну, я не знаю, что можем придумать на самом деле. На данный момент. Просто переиграть надо по кнопкам его. То есть я могу, конечно, мелких убить, а не этих больших начинать бить, но тут мелких. Наверное, может прям подсосов убить, а вы думаете, я тихо их смогу убить? Я разбужу его сразу. Почему я опал последним ударом по нему? Бляха. Два эстуса. Да, бляха, опять тебя не видел, зараза. Так, ладно, убили этого. Видите, надо, короче, их жестче прессовать, то есть надо не уворачиваться, а больше бить. Чем больше бьешь, тем лучше. Да, но все равно у нас ситуация та же самая. Только там подсосов, интересно. Он куда проснулся, кстати. Уходим, там три подсоса и один босс. Подсосы не такие быстрые, уходим. Ведем босса сюда, подсосы медленные. Да блин, камера! Камера! Да бляха! Как я ненавижу эту консольщину! Блин, мне кажется, он жестче дерется, чем... Он жестче дерется, чем первый, гораздо. Он гораздо жестче дерется, чем первый. Урон выше у него. Да. Не, на самом деле, что вот мне в ковре бесит, короче, управление сделано чисто под консоль, оно совершенно под мышку не реализовано. У меня герой смотрит в одну сторону, атаки делает совершенно в другую. Мышкой невозможно просто управлять. Это печалит меня. Я промахиваюсь атаками, надо играть через таргет, а через таргет играть невозможно, когда у тебя, блин, по 3-4 цели вокруг бегает, тебе надо быстро переключаться между ними. Ну, то есть, можно, конечно, играть, но это так раково, то есть, типа, так, как будто, знаете, вас заставляют ехать на велосипеды и руками педали крутить, а не ногами. Мне кажется, Dark Souls 3 была попроще в этом плане. Я помню, что я таргет редко использовал. Здесь я таргет гораздо чаще использую. Можно, конечно, помощника призвать, но я не хочу с помощником.
Ну, я думаю, что я рано сюда пошел. Надо было оружие апнуть, доспехи собрать. Выносливости нет, дубины. А пей бесутся, ё-моё! Ага, то есть я брать не могу, когда пью эстусы, я это не знал. Отвалите от меня, бляха-муха. Опять перекаты страны. Какой же странный таргет? Боже мой, что у меня таргет прыгает по всем? Алло! Вау! Надо было бить, блин, я не успел. Нет, таргет нахер вырубаю, это дичь какая-то, это, блин, на мышке играть с таргетом нереально. А, мне тетусов прикольно. Боже, меня гоблин убил в спину. Вы видели, что такое таргет, ребята? Видели? Только что как таргет работал у меня, когда я, типа, просто, ну, типа, пытался играть. У меня просто герой рандомно переключался на все цели. Это жесть. Это реально жесть. Мне надо бы дубина гораздо больше. Это дубина маленькая, а ее не хватает дистанции. Мне надо такой же, чтобы дубина была замашистая, только больше, где-то, ну, хотя бы на сантиметров 30 длиннее. Тогда я буду чувствовать себя гораздо лучше. Ладно, я думаю, что ту дубину надо было покупать на входе. Может, она... не маленькая, а большая. Потому что эта дубина, я так понимаю, одноручная. Ай, плохо. Куда ты лезешь по текстурам? Алло, может, не надо по текстурам ходить? Бесит. Так, еще раз. Ладно, я пытаюсь его зафигачить сначала атаками, потом заберу опыт свой. Так, отходим сюда. А нашего два босса не пришло. Да бляха! А, бляха, отвалите, гоблины вонючие. Чего вас так много? Камеру, вот, знаете, проблема? Тут такая жопа с управлением. Это жопа. У меня жопа сейчас реально сгорит. Это слово жопа буду говорить весь стрим. Это кранты. Просто невозможно играть с этим управлением. У тебя пьешь эстус, не можешь смотреть назад, что происходит. А, все, короче, ладно, не забыть мне было. Блин, жопа сгорает уже от хрени, блин. Причем сгорает жопа не от самой локации, а от самого управления. Ну пей, я же тебе пить сказал, алло. Ладно, выпью эту два, хотя надо было один. Монстры приходят, что ли? Почему их так много? Я же перебил эту пачку. Ладно, пускай убьют меня на входе, чтобы я мог их забрать все. Наверное, надо выходить отсюда, будет идти на другую локацию. Ну, хотя бы дубину давайте поменяем на другое что-то. Что-то дубина на самом деле, ну, она не дистанция, не похвастается ничем. Могу копьем попытаться еще раз. Давайте копьем еще проверим.
Давайте копьем попытаемся, посмотрим, или сработает. Секунду, как одноручное копье бьет? А, то же самое. Оно, конечно, медленнее, возможно, будет тяжелее отбивать, но там урон повыше, может... Ладно, проверим, короче. Будет проблема. А таргет вырубаю, потому что я копьем промахиваюсь с таргетом. Давайте без таргета просто колоть. Да, вообще дерьмово. Я, блин, тут потерял хп. И помню, а что, их было трое здесь? Чего их так много, кстати, здесь? Я не совсем понимаю. Раз вам не показалось, что их тут было как-то больше, чем обычно? Там было всегда два... То есть я убивал 5 мобов. Сейчас я убил вместо 5 мобов. Я только что убил 7 мобов почему-то. Кажись, я спалился. А не. Бляха. Нет, таргет вырубай, таргет. Он сейчас херню мне будет показывать, как обычно. Странный таргет. Прыгай. Ты не того таргет берешь. А, все, я труп. На самом, можно, на самом деле таргетом можно драться пикой. Вполне можно. Проблема — это подсосы. Как мне с подсосами быть? То есть я дерусь пикой вроде бы неплохо, но подсосы начинают накидываться, и у меня начинает таргет баговать. То есть, типа, без таргета пикой очень тяжело драться. Черт, проблема, конечно. Реально странно, ну ладно, погнали. Подсосы заплевали меня, я почти босса убил. Хотя я знаю, одну теорию, как можно биться пикой. Сейчас пытаюсь проверить. Не, ну переключи же на того. Я же вижу там монстра другого, переключи меня на второго монстра. Сука, какая игра конченая. Управление делал аллигатор какой-то. Давайте перекат, удар, перекат и удар. Я сейчас буду бить через перекат и удары, потому что оно размашистый удар делает. Это может помочь мне. Проходим. А где мой хп, кстати? А вот, то есть не хп, а опыт. Стамины закон... Нету стамины почти. Давай, бей! Не, я этой игре, блин, на номинацию худшее управление года сделаю.
надо, наверное, врубать. Будет, так я кнопки нажимаю, и чтобы видели, что делает герой. Короче, нажимаю удар, нажимаю пробел и бежать. Мой герой, ну, типа, нажимаю удар-удар, типа, нажимаю пробел и бежать. У меня выходит, происходит удар, через секунду перекат, и через потом удар. То есть, типа, у меня пробел был, ну, типа, два удара. Игра как будто запоминает твои нажатия кнопок, которые ты нажимал. Где-то на 3 секунды вперед. Ты как будто играешь стратегию сраную. Ну, то есть, типа, пошаговую. Знаете, типа, твой ход сейчас там, допустим, нажимаешь два удара, у тебя игра помнит два удара до конца жизни. Так. Давайте попытаемся прыгнуть опять. Опять, смотрите, что за третий удар был? Я третий удар не нажимал, вы понимаете? Управлять невозможно. Я делал два удара, а оно мне три удара сделало зачем-то. Даже когда он умер. Как, это, как этим управлять? А, бляха. Поверни камеру. Я реально раздражен этой игрой. Блин, и жалко кидать опыт свой, который я там заработал. Но на самом деле, правильнее было кинуть и пойти на другого босса, а потом сюда вернуться. Так, ладно. Зара, Тима, ты в Неох играл? Игра такое же консольное, убогое управление. Не, я в Неох не играл, но... я вот скажу, что даже в Dark Souls 3 управление как-то было получше, чем здесь. Ну, не знаю, ну, чувствовалось. Может, конечно, я забыл. Может, я там так же горел. Это все-таки было 1,5 года назад. Я думаю, стрим можно на Ютубе найти. У меня просто реально тут в этой игре просто выбешивают управление с прыгающими этими переключателями на мобов. То есть, типа, понимаете, оно переключает таргет на мобов рандомно, само. Мне не нужна помощь, я сам хочу выделять цель и лочить ее намертво. Нахера мне переключать цели? Камера! Ну так-то играть. Камера просто начинает багать в текстурах. Видели только что прицел? Ты же не делал! Боже, хмет, это просто жесть! Я, и знаете, вот с моими движениями, которые делает мой герой, такое чувство, как будто я слоупок. Вот знаете слово покемон, блин, это я. То есть, типа, я нажимаю перекат перед тем, как враг ударит. Мой герой не делает перекат. Я получаю серию атак. После серии атак я делаю перекат, хоть я, начиная с серии атак, пробел не нажимал совершенно. У меня было до серии атак пробел. Мой герой начинает делать перекат, который был сделан, нажат до того, как меня начали бить. И после этого у меня герой начинает какую-то атаку. Ну, короче, жопа горит. Так, погнали, у нас два эспеса. Куда целишься? Ты из него же бил! На что ты меняешь свои удары? Опа, у него опять тактика дурацкая, рывков. Ой, подсосы. Начинает. Нет, не, не, выбирай его таргет, вырубай, ты не увернешься, блин. Давай, беги на меня, тварь. Рано прыгаю, понятно, это была моя ошибка.
Ари! Эй, Эстус! А где враги? А где подсосы? А что, они исчезают просто? А, они есть. Они забагали просто. Да, бляха, ну наведись ты на него, пожалуйста, я не хочу умирать. Ох, жесть. Так, тут что-то есть какая-то пещера, еще давайте зайдем посмотрим. То, надеюсь, врага нету, то я сейчас не хочу, не хотелось бы умирать, на самом деле. Так, тут тупик? Нет, не тупик. Блин. Лучше был бы тупик. Ну, если копьем справился. На самом деле нужна была дубина мне в идеале. Ой. Понятия не имею, кто это и куда мы идем. Редфук затыкал. Да, я просто начал тыкать их, блин, уже в усмерть. Поверхность сейчас не помешает. Может, это трава, но трава. Цвет. Молодец. Не, это, конечно, хорошо. Мы вышли куда? Снаружи? А где мы находимся вообще? Мы на остров попали. Проблема, что у нас тут сейчас сейва нигде нету. Ладно, ищем сейв на острове. А вон костер. Бежим до костра. Не, ну, конечно, на крысках я немножко погорел. Реально раздражающая, ну, типа, раздражающая битва. И самое смешное, что горел я не с того, что они там как-то жестко атакуют, а горел я с управлением. Так, я стойкость в этот раз бахну. Мне надо вес поднимать. Я на самом деле тяжелое снаряжение до сих пор не нашел. Я сейчас дерусь в среднем снаряжении. Меня это не устраивает. Чуть тяжелое. Короче, мы ничего не нашли из этого. Ну, вот, по сути, ладно. Уровень качнули и... А, секундочку, а может даже два уровня качнем. Давайте это все. Сидим. В смысле? Бляха. Я перелистал. Родима тебе с босса рапира выпало. А, да? Я просто не видел, что я там ну, подсосов боялся. Я сразу пролистал то, что мне выпало, даже не заметил. Закрыл. Не, рапира не выпадала. Мне, кажется, там доспехи, на перчатки выпали какие-то. Нет, это мой стартовый доспех. А реально, что мне выпало вообще с босса? Не знаю, ребят, ну, рапиры нету у меня. Я быстро прокладывал и даже не понял, что выпало. Да, нету, короче, ничего. Может, рецепт выпал какой-то? Здесь бомбы, можно было, конечно, и бомбами кидаться в него, и прочим, и прочей фигней.
впереди враг отсутствует. Это, типа, прикол. Вау. Чё-то не кажется, что враг отсутствует. Осторожно, бегство. Ой, вера и колдовство. Да бляха, муха. Я как его... Еще прокачиваться придется веру и колдовство для каждого ритуала. Ну, короче, я так понимаю, это мы босса должны призвать, но у нас не хватит очков характеристик. Мне придется качаться как магу. Обидно. Не хочу быть магом. Похоже, как будто босса должны кого-то оживлять мы. Может, я ошибаюсь, но на первый взгляд так кажется. Так, что это такое? Точка телепортации, храм. Нам по факту сюда рано. Мне кажется, мы реально, ребята, сюда рано пошли, потому что там параметры, вы видели, какие требуются. Боссы по теории такие жесткие были, потому что мы сюда рано пошли. Ладно, я ухожу с этой локации тогда. Перемещаемся, наверное, через телепорт. Потому что здесь у нас просто храм дракона. Давайте. Честно, я не знаю, зачем это время коротать. Там говорили, что можно перемещаться по карте. Как-то я еще ни разу это не делал, может... Не нужен даже тут факел. А, можно пытаться коня убить? Или рано? Пещера знаний. Ловучее кладбище. Первый шаг. Полетели в первый шаг? Попытаемся убить стартового коня. А я тоже босс. Давай, лошадка. Вау. Ни хрена себе он бьет. Что-то он какой-то жесткий на самом деле для первого босса. Я еще жив? Был. Да. Может, давайте меч использовать? Тут с ним на самом деле... Ну, хотя копье оно дальше достает. Можно дубину или меч попытаться. Хотя на самом деле, сейчас, наверное, тпшнусь на ту пещеру, где мы там босса били, я дубину куплю. Я дубину забыл. Я пошел дальше и забыл дубину достать. Странно, зачем разрабы сделали в начале, при самом начале игры, вот такого босса? Он же, блин, наверное, сейчас из всех боссов, которые были, которых мы уже в игре убили, а мы убили уже трех боссов, этот, наверное, босс самый пока сложный из всех. Блин, вообще невозможно. Секунда, там случайно не два босса? Там два босса. Я только коня бью, не босса даже. Не, короче, пока этого босса не трогаем. А знаете почему? Потому что у него, грубо говоря, две стадии. Я коня избиваю. Я когда даже убью коня, там босс слезет с него.
А я думаю, что этого босса, который слезет, точно не убью. Рано. Я ж забыл, у них типа тут механика, что есть босс, есть конь. А, это две разные вещи. То есть я сейчас даже не могу убить чертового коня, не говоря о боссе. Мне нужна дубина, чтобы она была размером больше меня. Помните, как в Dark Souls 3? А я дубину таскал, какую вот такая нужна дубина. Так, а давайте полетим. Давайте полетим. Пещеру я куплю ту дубину, которая снизу находится, только вот я не помню, где она. Здесь вроде бы. Мне нужна гигантская дубиночка. Тут был торгаш. Так, я хочу купить у тебя есть меч и дубина. Но она маленькая дубина. Есть лук и стрелы, кстати. Давайте накупим лук и стрелы. А что, их бесконечно, что ли? А, да, их бесконечно, ё-моё. А чё меч подорожал? На 1800 стал. Лёха. Я продам ягоды эти. Дело в том, что их очень много на карте. Я думаю, что только ягод не надо. Это деньги всё-таки. Могу купить себе ещё меч. Давайте я возьму его. Я просто наберу эти товары. Он такой злой, блин, этот гад. Так, дубина на самом деле слабее, чем моя, видите. Давайте хоть проверим ее размер, может она... Ну, хотя она будет, наверное, и меньше. Да, это дубина одноручная, видите. Это дубинка, а не дубина. Ладно. Фигню купили, ладно, что меч с собой представляет? Ну, этот меч лучше, кстати, вот этот. Он короткий, но ладно, пускай будет. Так, то вроде бы остров там, где были драконы. Угу. А я до конца побережья, наверное, дойду, посмотрю, что там есть за торговцем. Я там не был. Может, там какая-то еще пещера? Да вроде бы чисто все, даже врагов нету. Пока свое топовое оружие я не могу найти. Потому что все это оружие маленьких малышей. На подсказке про лук. Мы пока их не используем. Сперва слизень. А, понятно. Бляха. Это урон по слизню? Слизни я буду долго бить. Блин, дубины лучше слизни бьют, или огонь какой-то, магия. Опыта совершенно за них не дают.
А чего ты сдох? Кто-то убил пацана, непонятно кто, ну ладно. Тут дофига пацанов мертвые. А, нихрена себе слизин в этот раз. И промах. Этим что-то не успеваю два раза его атаковать. Прошлого успевал. Вот на самом деле, кстати, вы сами видите, какие баги с управлением. Посмотрите внимательно, когда я атакую противника, смотрите внимательно на поведение героя. Я делаю две атаки вперед. И потом у меня герой возвращается назад, делает атаку назад, а потом прыгает. То есть вы понимаете, в чем маразм? То есть на самом деле, когда я поворачиваюсь назад, типа, я нажимаю пробел. Я нажимаю назад, пробел. Но у меня герой начинает делать почему-то атаку. То есть я не нажимаю назад, атака, пробел. Я нажимаю назад, пробел, а у меня атака почему-то в приоритете идет. То есть, типа, есть косяки, конечно, с управлением. А я считаю, что в соус-играх такого говна не должно быть. Все-таки здесь самое главное — это управление. Оно должно быть отзывчивым. А здесь оно как будто ты в доту играешь и команды через щит кидаешь. Ну, скиллы. Вау. Как-то... Блин, я не почитал. Это духовный источник. Требуется собака. Лошадь пока нет. Ну, короче, надо лошадь, по всей видимости. Нет, секунду. Как там лошадь призывать, я не помню. Я просто ее ни разу еще не призывал. Вот она есть. Тут, конечно, проблема, потому что я не знаю, как менять. Сейчас посмотрим в управлении. Я просто никогда не менял эстусы в этой игре еще. Понятно. А, вот, видите, меняется оружие. Прикольно. То есть надо наверх прыгать. А дальше куда? О, нет! А, ну отлично! А как я свои заберу души? Это там копейки были. Бляха, как тут выйти? Надеюсь, там не будет никакого, скажем, босса. Я честно говоря, вот не люблю такие темы механики, где надо там скиллово пропрыгать и так далее, чтобы получить какой-то там, не знаю, босса либо кого-то еще. Так, посмотрим.
Ой, бляха. Вау. Ну не, нахрен, я лучше не буду такое нажимать. В смысле? Эти твари что, оживляют их, что ли? Да, слизни оживляют скелетов, понятно. Так, а там вообще есть мой опыт? Где мой опыт? Смысла их нет убить, там опыта за них не дают, поэтому не будем заниматься такой фигней. Вот он! Вон мой опыт был. Ну, а там, по идее, была кропаль опыта, там было около 800, может, 1000 опыта. А не буду за него лезть. Так, что пишут? Слезы. Надеюсь, это не я буду слезы пускать. Впереди злой человек. Ну, погнали. Врагов, кажется, нету здесь. Атака не поможет. Я пока ничего не вставлял, ни скиллов в оружие, ничего совершенно. Я чуть ли не стартовым оружием дерусь. Впереди тупик, так что забей. Ладно. Почему опять лжец? А то ж мы вернулись в самый старт. Бляха. То ж самый старт локации, мы вернулись. Я просто помню. Я думал, что там мы куда-то в новое место залетели. Это просто обычный подъем. Вот, да, там, видите, босс тут ходит. Окей, ладно. Тут, значит, мы все разведали. Давайте. Поехали тогда. Давайте в болото спустимся. Можно на коне вообще еще раз проще убивать этих мобов. Они даже не успевают реагировать на тебя. Просто довольно. Ваших там монстров. Бляха! Ты же лошадок не кушаешь? Ой.
постом будет бить. Блин, недалеко полетел. Так, что ты орешь на меня? Я на тебя могу тоже поорать, тварь. Папа? Нет! Бляха! Ну и удэмэш у него. Мечом на меч, наверное, пожестче. Я лучше валю отсюда. О! Блин, меня вообще насекомые еще бьют. Блин, походи по нему же. Ладно, пока, пацаны. Поехали отсюда. Он за мной же не полетит. Говорят, мягкий намек, что болт у тебя еще рано. Да, мягкий. Я почти его убил. Половину хп сбил. Я думаю, что... Он что, еще на меня смотрит? Знаете, боссов здесь, конечно, куча раскидана. В каждых 20 метрах. Друг от друга. Давайте отхилимся тогда. Я думаю, что можно даже с копьем его можно убить. Ну, а проверить будет. Ну, бьет, но очень больно. На лошади его можно перебить. Заобузить, но... Грубо говоря, просто надо бегать грамотно. Как слезть? Пока слезть не могу, не понимаю как. X, понятно. Так, ладно. Посмотрим, что этого торговца. Ну, на самом деле у него новые рецепты. Давайте, может, рецепты у него купим, чем опаримся. Так вот, что продать ему бы? Давайте вот это, наверное, продадим еще этих ягод. Я уже говорил, они везде растут почти. To do business. Как это теперь изучить? Это карта с сокровищем? А что я применить не могу? Его. Набор мастера. Вот эти, вот это я получил, по идее, с босса. А, прошлого, которого убил. Кстати, а может стрелять в дракона с лука? Или будет тщетно, как думаете? Ну, пока что на самом деле... Я вообще не понимаю, какие рецепты использовать. Я что-то купил эти штуки, а использовать их невозможно. Выбросить либо оставить, а смысл с них тогда? Просто ничего не используется. Это заточка оружия, видите? Можно точить, это довольно мощная штука, но нужно для этого камни. У меня камней почти нету. А тут деньги. Тут не только камни, но и деньги. Вот, кузнечный камень у меня хватит только на одну заточку.
Поехали. А, на самом деле, на коне-то проще драться. Может, с первым боссом на коне драться и будет получше? Смотри, так легко. Ты просто изи. Катаешься, рубишь всех направо-налево. Какая убийца чокнутый. Ладно. Эд готов против лошадиной атаки. Хотя нет, нифига он не готов. Нам просто нельзя подходить к нему близко. Ай, бляха, ладно. Че он только с правой стороны бьет, не с левой? А такое может быть? Ладно, не знал. Они даже такое тут сделали. Так, отходим, 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 этого психа. Пусть меня заколет. Давай, 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 атакуй меня. Понятно. Так. Это копье! Понятно, копье. Мечом я его так просто не ушастаю. Не достаю совершенно до него. А, в другую сторону петлять, потому что конь только с правой бьет стороны. Так, это что, так против коней, это хорошая тема. А, блин, попади же по нему, ё-моё. А, блин, попади же по нему, чё он так бьёт на шару? Да тебе анимации делал, мне интересно. Ну, мы-то его убили, но, честно, я пика его убивал быстрее, этого гада. Жаль, что мы перестали играть в Rocket League. Но мы толком ее так, я бы не сказал, чтобы начинали сильно играть. Я там в свое время в ней порезвился, а потом забил. Там, честно говоря, Rocket League очень сильно сделали под консоль. Ну, в том плане, бонусы консольным игрокам замутили в Rocket League. В плане управления.
Так, вот здесь какая-то огромная щель. Разлом. По идее, только... Тут сюда, по идее, только идти с этого. Я не знаю, куда дальше двигаться. Мне, по идее, надо будет сейчас проходить по этому пути. Потому что на болото мне реально рано. То есть на болото я не потяну. Ну, как бы я могу этого дракона убить. Просто это, мне кажется, пока то рано ползти. И не стоит драться с боссами, которые сильнее меня. То есть, типа, смысл страдать. Потом буду убивать легких боссов. Изично. А со сложными буду капец потеть. Так, тут я уже был, лутал. Вау, сколько волков. Серьезно? А стамину восстановить, у меня атаки медленные. Там какой-то большой волк еще стоял. Вау! Через текстуру уже агришься, сволочь. Убили. Знаете, честно говоря, этот конь, мне кажется, Dark Souls совершенно лишняя животина. Она полностью убивает дух Dark Souls. Я сейчас больше играю, как будто не знаю даже какую игру, но это не Dark Souls. Конечно, копьем было проще эту тварь убивать. Быстрее, точнее, по крайней мере. Я вообще не знаю, они что, к меня добавили, что ли, в конце разработки игры? Как это вообще происходит? Ладно, короче, смысла его не отбить. Там опыта за него 300 опыта будет, мы его убивали. А пинать его таким способом век. Я мясо пока буду собирать, не знаю. Может, черепашье мясо потом понадобится. Осторожно, лжец. Там костер есть на другой стороне. Давайте залезем туда. О, пещера. Я в пещеру зайду лучше. Впереди дыра. Пещера под дорогой. Так, тут мы еще не были, ребята. Это хорошо для нас. Кажется, не были. Требуется большая дорога, это как понять? Впереди дыра. Я вам брось, я прыгну? Нет. Бляха, куда прыгать?
Белый меч у чувака, вот сейчас такой меч. Видели вот этот меч? Вот это нормальное оружие, я понимаю. Видел этого мужика с мечом, блин? Мечу такое же. А про дырку мне сообщили, подсказки. Так, там дыра смерти или что это за дырка? Бляха. Дырка огромная. Да, только прыгать осталось. Ладно, спускаемся потихоньку в эту дырку. Сюда. Ну это понятно, что сюда. Да я иду, блин, еще бы я понимал. Так, не вижу, куда дальше прыгать. Что, вниз самый? Я же разобьюсь. Да ладно, я же разобьюсь. Что это за гон? А, понятно, нормально. Молодец, скелет. Узри слева. Впереди тупик. Да что вы врете? Пика там точно нет. Скелет вот верю. И тайная тропа. Как ее пройти? Посесть подумать? Так, давайте. Сейчас берем жест. Он типа сел, подумал, может так же надо сделать. Не, не уныние. Или уныние. А ну еще раз, как, что он сделал? Тебе отмена. Черт, я закрыть. Ну он не так делал. Странно, какая это тайная тропа? А или это... Ну, если тайная тропа, не знаю, что она не открывается. Давайте почитаем, тут может там было лжец написано. Перед тупик. Узри слева. Все, я должен узреть слева. Короче, ладно, пока не ясно, что это. Очень интересно, кто эти огоньки оставил. Ой, бляха. А что сделаем? Давайте, может, все-таки светочков поищем, как они работают. Самое интересное, я светочков вообще не вижу. Плохо. Я где-то собираю и не понимаю, где они. Внезапная атака слева. Осторожно слева. Требуется смелость. Ладно, я использую камни, чем мы их держим.
Я вас вижу, пацаны, у меня свет появился. Боже, волк как будто меня сам не видит. Еще так много здесь реально разветвлений. Бляха, ты налево и прямо, и направо, я даже не знаю, куда идти. Дракончик сидит. Там горгули какие-то. Ладно, давайте пошли сюда лучше. Пока что, потому что там по левасу придется туда идти, там нырять далеко. Я эту местность запомню. Я отсюда куда пришел. Да, я там камень кидал. Понятно, это можно было напрямую идти, можно было в обход идти. Это просто два одинаковых пути. Ну, то есть, как бы разветвление. Они в одну точку ведут. Впереди озеро. Ой. Так, убили этих горгуль. Кузнечный камень, кстати, то, что мне надо было для заточки оружия еще. Опасность. Так, как теперь вниз спрыгнуть? Вот это хороший вопрос, как мне полететь туда? Угу. Сюда, я так понимаю. Ай, бляха! Так, что-то нашел. Кузнечный камень, еще один. Очень хорошо, что заточки находим, пацаны. Что это такие? Руна жителя... Чего? Окраин? Так, ну ладно. Тут вроде бы нашли то, что мы хотели. Это просто, я так понимаю, бонусные наградки. Что там? Огонь не поможет. Ладно, идемте вниз. Хорошо, Димон, после этого стрима маунт... Не знаю, возможно. Но я посмотрю. Если я прыгну, я не умру. Бляха. Ну, там есть что-то снизу, видите? Так, пока что хорошо. Это еще одна гагуля. На тебе, тварь. О, еще одна горгуля. Ну, в общем, неплохо мы их устраняем. Впереди мост. Впереди дыра. С одной стороны тут мост есть. Давайте сюда пойдем, посмотрим, что тут. Босс! Я хочу домой. Блин, тут будет хотя бы какой-то
Не, ну я на босса не пойду. А знаете, ну тут мне бы факел не помешал. Я что-то не хочу туда идти на босса. Давайте сходим в другую сторону, а потом на босса. Раз только боссов убил за стрим. Кстати, на самом деле мало. Одного, кажись, или... Я уже не помню, одного, двоих. Блин, ну если умру, я потеряю весь свой, все свои очки. Да, бляха, вы серьезно, разрабы? Нужно было на босса идти. Ладно, что я думаю, наверное, тогда закончим, потому что все равно сейчас недалеко идти обратно. Похрен на опыт. Ладно, ну как бы поход сам по себе, это подземелье неплохое, но очень долго на самом деле проходить его. Я думал, будет хотя бы какой-то костер под боссом, чтобы не бегать далеко, не люблю я места, вот когда до босса далеко бежать, ты в итоге, босс может быть не трудным, а тебе до него идти, блин, минут 10. Окей, ребята, тогда у нас будет сейчас небольшой перерыв, я не знаю, посмотрю. Вы далеко не уходите, я, возможно, Mountain Blade запущу. Но я не уверен на 100%, я напишу в чатике минут через 10, или будет маунт или нет.